Доброго вечерочка, дорогие друзья, привет, хомяка, здравствуйте, здравствуйте, сегодня у нас Cooking Simulator снова опять же, будем сегодня смотреть последнюю, режим карьеры, последний нормальный режим из всех доступных, пожалуй. Привет, Red Baron! Так, обучение, я не знаю, обучение включать, не включать, ну ладно, пускай будет включено, будем разбираться там чукаво. Собственно, мы все предыдущие посмотрели режимчики, пока что больше всех мне понравилась пицца, что-то я возлагал большие надежды на укрытие, но это фигня на самом деле. Тоже кукируешь, приятного кукинга. Привет, SimStyle, всем съедобной еды с этой, да. Сейчас будет исключительно вкусная. Вкусная и полезная еда. Наверняка получится, естественно. Даже кот ходит и кричит, что да, поскорее, давай рыбу жарить. Так, что ж. Режим карьеры. Серьезный вызов кулинарному мастерству. Покажите, чего вы стоите. Чего стоите? Превратите заурядную забегаловку в шикарный пятизвездочный ресторан. Завоевать? Зевать не придется, сложность и срочность заказов будут нарастать. Бонусы и навыки помогут вам срезать пару углов и освоить новые рецепты, чтобы дать старт новому бизнесу. Главное, соблюдайте спокойствие и продолжайте готовить. Привет, Wild Naka. Да, я видел, какой ты мастер. А слышно кота? Не, вроде не слышно. Наверное, когда я говорю, слышно. Марс, ты чё там? Все затих. Так, ладно, поехали играть. Сейчас обучение, полчаса еще. Слышно? Слышно. Ну, это тебе слышно. На стриме слышно. Марс, Сникерс, да? Стикс, Шпикс. Приятно видеть вас в Cooking Simulator. Как вы уже заметили, у вашего нового места работы не самый высокий рейтинг. Ваша задача — вернуть ресторану былую славу и восстановить его репутацию. Предыдущий шеф-повар оставил на кухне много стикеров с записками. Возможно, они вам чем-то помогут. Удачи! Привет, я новый менеджер этого ресторана. Раз у вас сегодня первый день, то я покажу, что да как. Во-первых, подсказки по назначению кнопок всегда отображаются в правом нижнем углу экрана. Второе, во время обучения вы будете видеть задания в левом верхнем нижнем углу экрана. Третье, во время обучения прогресс сохраняется автоматически между этапами, если застрянете, всегда можно вернуться. Кажется, прошлый владелец бросил это место в плачевном состоянии. Возьмите телефон, нужно вызвать мастеров. Алло! Ну и бардак, нужно починить скорее газовую плиту, как можно быстрее, скорее починить газовую быстрее плиту. На починку этой штуковины уйдут годы, надо как можно скорее нанять кого-нибудь, наведите курсор на плиту, затем используйте колесик, чтобы выбрать мастерскую, нажмите кнопочку. Так, а сколько у меня денег? Да я знаю, все, хватит подсказку. 90 секунд. В общем, осталось 20. Это 20 раз можно воспользоваться. А если я все израсходую, то все? ГГВП изи катка? Ну, теперь у меня 2 тогда. Так. 37 центов, 270 секунд. Подешевле можно что-нибудь? 37,90. Вот, 37, ну правда 4. Ладно. Этих 2 осталось. Это 2 в день или что там? Ну самый выгодный репейр, да. Ну что-то неохота его тратить так. Репейр. Ладно, давай, пофигу, на репейр.
Одна есть, осталось 4. Теперь осталось отремонтировать духовки и флиптюрницы. Да тоже давай, им же позвоним. А это тут тоже им же позвоним. Все потратим сразу. Репейр. Все, кончились репейр? Заняты. А, это максимум, видимо. Угу. А там еще что-то было. 50-135 секунд. Вот это 270 секунд. Ну, нам вряд ли фритюрницы понадобится. Давай тоже подешевше что-то. Прекрасно, отложите телефон. Надеюсь, он нам еще не скоро понадобится. Да, отложи телефон. Не скоро, надеемся. А? Некогда прохлаждаться. Здесь же пусто, что-то во время нам понадобится оборудование. Во-первых, нам понадобится оборудование. Найдите картонные коробки, наведите курсор на одну из них, нажмите кнопку. Нажал. Выберите вкладку оборудование. Это утварь называется. Да? А чё надо-то? Купить блендер. Ну, утварь. Блендер. Купить. Купил. Теперь положите блендер. Можно перенести только один предмет за раз. Положил. Не нравится. А его повешать можно? Нельзя. Тогда сюда. Некрасиво лежит. Во. Будет... Что? Будет быстрее, если передвинуть коробку, наведите на нее курсор, жми, чтобы поднять столешницу. А пофигу, любую. Да, вот эту поменьше. На краешек вот сюда хочу. Угу. Купите оборудование из списка в магазине. Противень. Большая кастрюля, разделочная доска. А, две больших кастрюли. Начнем по порядку. Противень. Купить. Сюда. Ага, две больших кастрюли, разделочная доска. Большая кастрюля. Надо красиво куда-то положить ее. Ну, рядом с плитой, где суп варить. Сюда. Вторую кастрюлю надо. А их можно друг в друга вставлять? Почти. Разделочная доска, нож, сковорода. Разделочная доска. Ну, рядом с ножами по логике надо класть. Нож. Сковорода. Сковорода. Ну, тоже куда-нибудь сюда. Угу. Некрасиво. Все равно некрасиво. Посимпатичнее уже. Лопатка. Лопатка. Лопатка есть. Оп, красотища. У нас есть утварь. Здорово. Раздевательная доска. Со шваброй аккуратно, она у меня за стену, за текстурки улетела, я потом губкой пол. Так, чё? Нет рецептов, идите к ноутбуку. В интернете, конечно, надо посматривать все. Ой, так, это вот это не подглядываем. Это у меня аватарка такая. Чем рецепт? Угу. Да, это я специально такую аватарку поставил, ник себе рандомный написал. Купите рецепт запеченной форели, щелкнув по подсвеченной кнопке. Бесплатный форель. Разблокируйте стейк лосося с вареным картофелем. Это тоже здесь? Васни, стейк лосося. Чего? Стейк лосося с запеченной форели. Подожди, чего? Разблокируйте стейк лосося с вареным картофелем. Я как-то давно проходил эту карьеру на высоких уровнях, задолбался делать по три дела одновременно. Стандартная аватарка, импульс. Конечно, это стандарт, я просто не менял ничего. Так, сбили меня. Стейк лосося с запеченной форелью. Вот. Разблокировать. А последний томатный суп классика, купить его. Томатный суп. Пока достаточно. Мы разнообразим меню, когда бизнес пойдет в гору. Хорошо. Закройте ноутбук. Я закрыл.
Вот так. Посмотрим починка, оборудование, рецепты. А, точно, нам нужны специи. Давайте зайдем в магазин. В магазин, давай. Специи, так, соль купить. А куда красиво можно расставить специи? Сюда. Стол со специями будет. Когда мы откроемся, времени на покупки останется не так много. Черный, молотый, молотый кайнийский. Черный. Перец. Черный перец. Сушеный укроп, сушеный хрен, сушеный тимьян. Ну, короче, все по одному, я понял. Хрен нам. И том-ям. А, укроп, да. Нам нужны еще некоторые жидкости. Подойдите к коробке, откройте магазин. Подожди, сейчас я аккуратненько все красиво расставлю, и можно будет подходить к коробкам. Жидкости. Купите все продукты из списка. А это надо в холодильник или нет? Наверное, нет. А, ну, я спрятал в холодильник. Так, жидкости, бульон, куриный. Хорошо. Куриный бульон есть. Подсолнечное масло. Купить. Я бы, конечно, в холодильник все это прятал. Ну ладно. Раз нельзя в холодильник, будем так. Пускай стоит. И сметаночка. Сметаночка полезная, вкусная, молочная сметаночка. Готово. Ну все, мое дело сделано. Посмотрим, как вы справитесь со своим. Подайте мне запеченную форель, я оценю вас как обычный гость. Не волнуйтесь, вам помогут. Я попросил друга посмотреть за вами в процессе. Я оценю вас как обычный гость, не волнуйтесь, вам помогут. Это чё? Запекленная фонарь. Пройдите на отмеченный участок. Рыба должна быть там, откройте дверцу и купите рыбину. Помните, когда предстоит денег, вам нужно заботиться о пополнении припасов. Хорошо, я купил рыбу. Теперь положить форель на разделочную доску. Хорошо, я положил форель. В рецепте сказано взять по 5 грамм черного... Это туда написано. Черного перца, укроп, тимьян. Возьмите баночку со специей, наведите на рыбу, нажмите кнопочку. Черный перец. А по 5 грамм, да? Можно, конечно, сразу поставить на 5, но он так просто в одну кучу будет сыпать. Это не совсем. Надо по одному. Раз, два, три, четыре, пять. Почему-то 4. Ну, теперь вроде 5. Форель 5. Форель 5. Мимо куда-то насыпалось. Чё там, черный перец, сушеный тимьян, сушеный укроп. Сушеный тимьян. Сушеный демьян. Раз, два, три. 4, 5. Опять вот, 4 почему-то. Ну, еще, вот, 5, все, готов. И сушеный укропчик. Укропчик сушеный. Раз, два, три. Вот третий вообще пропадает куда-то. 3, 4, 5. Там, видимо, какая-то мертвая зона у форели, поэтому оно как-то пропадает. Значит, приправить. Положите форель на противень. Поместите на противень. Поставьте в духовку на 90 секунд. А ничего там маслицем, ничего не надо смазывать. Просто положили все и приготовили. Отправить в духовку. Духовку отправили. А 90 секунд, может, тик-так мне какой-то нужен. Будильничек. Будильничек есть? Что это? Там мыло, наверное. А, да, да, духовка. Включено. Оставьте рыбу на 90 секунд. Так я причем не вижу. Нам нужен лимон, купите его. Хорошо. А что, лимон в холодильнике? Это, наверное, картофель. Нет, лимон. Я возьму лимон из холодильника. Не закрывается так. Какая продуманная игра. Так, подожди, подожди. А как мне узнать-то... Ладно.
Ну, наверное, в обучении не подгорит. А чё? В предыдущих играх, которые мы смотрели, будильники сразу давали. А тут что-то будильников нет у вас, что ли? Как я должен считать, что ли, на пальцах? Сколько секунд прошло? Чё она? Ещё не готова. Запекайся. Так, она одинаковая. Не забывайте, что можно зафиксировать продукт, удерживая Shift. Зафиксировали. А что-то он нифига не фиксируется, по-моему. Я Shift зажал, но... Да и фиг с ним. Не шифтируется. Чё, форель, ну, наверное, должна уже готовая быть. Ой, там что, скрытая камера, что ли, следят за мной? Сметана на молоко похоже. Ну, это какая-то, видимо, жидкая, низкокалорийная, низкожирновая. Все, готово. Испекли мы каравай вот такой вышины, вот такой нежины. Тарелочка берем. Тарелочка берем. Форельку кладем. Еще хреном приправить? Обойдешься. Так, что надо? Лимончика наклали. А, правда, приправа сушеный хрен 5 грамм. Переложить на тарелку, подавайте горячим. Этот лимончик тогда надо чуть-чуть переложить, чтобы он не мешался. Хрен вам. Сейчас насыплю. А раз, а два, а три, а четыре, а четыре, а пять. Опять я лимон. Пять. О, нормально. Лимон с хреном будет, так вкуснее. На место убираем, прибираем. Все, подаем. Че, куда? Теперь возьмите четвертинки лимона, прицельтесь в них, нажмите. Так, а я уже. Петрушка, может? Тарек просто та. Три петрушки. Раз, два, три. О, красота. Красота! Пожалуйста, кушать подано. Нажмите приложение выдачи, выберите заказ, который хотите завершить. Мне не терпится попробовать, пожалуйста, вот ваша лимонная форель. Ммм, вкуснота. Жалобы гостей. Идеально все, естественно. На сегодня все, завтра мы откроемся для посетителей. Будьте готовы проявить себя с лучшего... А че, может, ну их нафиг посетителей? Хрен бы мы не форель. Общий доход минус 947. Септимов. Не знаю, что это с. Что он там говорит? Окей. Ну что-то я в минус поработал как-то. Итоги уровня показывают, сколько опыта вы получили сегодня. Очки опыта можно заработать за подачу блюд и выполнение ежедневных. Спасибо. Выберите перк. Мастер, получите 3 дополнительных очков навыков вместо открытия перка. Добрая фея, волшебная палочка уберет все пятна и осколки. Нажмите, чтобы быстрее ходить, не нравится. А тут со звездочкой даже что-то. Удерживайте shift, чтобы зафиксировать предмет на месте. О, ну вот, вот его мне надо. Этот перк рекомендуется новым игрокам. Я нажал? Я выбрал перк этот. Потому что Shift я зажимал, что-то оно нифига не работало. Так, защита славы. Вы теряете на 10 очков меньше. Противотвор изнашивается. Время остывания. Время сгорания. Вот время остывания, судя по прошлым режимам, что-то как-то я вроде только-только приготовил, а оно все равно уже типа... Фигак, и остыло. Вот давай замедленное остывание. Прям я сюда 2 очка вложу. Да. Начать новый день. Сегодня все. Смотрите продолжение стрима на следующем стриме. Привет, вы так же взволнованы, как и я. Помните, что все, что вы подадите сегодня, повлияет на вашу репутацию. Это как-то серьезно все. Вперед, давайте сделаем этот ресталан. Лан. А в городе лучшим. Мы это называем подготовительной фазой. Название говорит само за себя. Заказов пока нет, но вы можете использовать любые предметы на кухне, чтобы подготовиться к рабочему дню. Пойду доску сполосну.
Не влазит. А значит, что? Что? Отличный повод заблюнуть. Так, тут что-то у меня черный перец, тимьян, укроп. Все, чистенько. Короче, тут не надо мыть, тут надо все выкидывать. Мыть вообще здесь не нужно, я так понял. Используйте ноутбук. Давайте вернемся туда, где закончили вчера. Откройте приложение менеджера навыков, используя левое боковое меню. Менеджер навык. Навыки дают небольшие преимущества. Тудым-сюдым. Если вы не потеряете свои очки навыков, вчера вы можете сделать это... Не потратили. Ага, некоторые навыки станут доступны, когда ресторан наберет достаточно славы. Вы можете приберечь очки навыков и зайти в это приложение позже, чтобы разблокировать то, что вам нужно. Ага. Ага. Все. Вы даже можете сбросить очки навыка, потратить он иначе, но это будет стоить вам денег. Ага. Когда закончите здесь, перейдите к приложению «Список перков». Ага. Вам нужно научиться разблокировать перки. Откройте подсвеченное приложение, это менеджер перков. Так уж я уже открыл, да. Каждый перк дает небольшой игровой бонус или навык повышения уровня славы, принесет вам дополнительные очки перков. Ага. Теперь купить подсвеченный перк, он позволяет фиксировать продукты... Я уже. Я купил. А она опять хочет? Все, куплено. Все. Теперь закройте ноутбук, приступайте к готовке. Теперь, что дальше? Привет, решил, что сегодня еще вам понадоблюсь, но только сегодня. Не слишком привязывайтесь. Ага, что? Куда? Нажимать? Поехали. Опа! Первый заказик. Поехали, погнали. Возьмите продукты филе лосося. А время уже идет? Время идет, чувак, давай без этого. Большая кастрюля. Есть большая кастрюля. Чего туда надо? Зачем это вообще? Какое? Тут написано лососа сначала приготовить. Воды надо набрать. Литрушечку надо. Литрушечку воды. Идеально. Тихо, как закрыть? Идеально, просто четко, вообще литр. Хоба. 20 грамм соли в большая кастрюля. Это я могу. 20 грамм соли в большая кастрюля. Ставим на 10 грамм. Раз и два. Замечательно. Надо потом не забыть закрыть нормально. И, наконец, подойдите, купите две картофелины. Купите две в картофелины. Раз. Как думаете, попаду? Почти попал. Два. Бультых. Бультых. Или их порезать надо было? А, не выпуская кастрюлю из... Да все, уже они плавают. Все, вот, не выпуская кастрюлю из рук. Нормально, честно. Сварить картофель. Мне нужен таймер. Это что, я должен ходить, постоянно проверять, сварилось, не сварилось? Ладно. Не ту включил. Так, откройте холодильник, возьмите форель филе. Филе форели. Лосось форели. Приправьте ее солью и черным перцем, можете заглянуть в рецепт. Угу, соль 5, черец 5. Так, вот. Вот, вот тут надо аккуратно, я же это. Раз, два, три, четыре, пять. Опять, пять, вот, готово. Черный перец, да? Все верно? Черный перец, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сейчас нормально, пять было. Так, сковорода на масле, а тут прям написано, добавьте на ту же сковороду ингредиенты, подсолнечное масло 10 мл, филе лосося, сковорода, да, 10 мл подсолнечного масла, значит, наливаем, 4, 5, 8, 11, ничего страшного, немножко жирнее будет, чем должно быть, поставьте на плиту, угу. Так, надо же запихать форель туда, не? Так. Чпоньк. Опять не угадал. Чпоньк. Так, картошечка чё? Почти сварилась, да? Картошечка почти сварилась. Филе жарится. Сколько его жарится? 60 секунд. Минутка.
Переложите на тарелку, подавайте горячим. Добавьте в кастрюлю. Так, переложите. А, 60 секунд с каждой стороны. Угу. Это нам понадобится лопаточка. Картошечка скоро уже будет готова. Да, ё-моё. Картошечку сейчас надо будет отключить. Картошечка почти готова. Картошечка. И... оп! Все, класс. Чё, а куда? На какую тарелку-то подавать, кстати? Или... тут не пишут, какую тарелку подавать? Прямо из кастрюли положить на тарелку. Подожди. И... хоба! Жарьте стейк 60 секунд. Ага, сейчас. Удерживайте тарелка простота. Тарелка простота. Ну, видимо, все тарелки, они просты. Ты. Просты ты. Так, картошечка есть. Жжем форель и готово. Наше прекрасное, вкусное, сладенькое блюдо. Ну, может быть, не сладенькое. Купи таймер в коробке. Кстати, да, надо будет. А то вот это постоянно смотреть. Может, конечно, наверное, по этим часам. Хотя тут минута очень быстро проходит. Скорее всего, не подходит к нам. Ладошкой погладим филе лосося с другой стороны. Не с той, с которой жарится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А бульон можно будет использовать? А я могу в этом же супе варить потом другую картошку какую-нибудь. Оп, готово. Выключили. Вот мне единственное, что не нравится, а почему я не могу укладывать красивенько? Я, может, хочу как-то покрасивше, а оно как-то вот так вот уложилось. Странно. Жалоб никаких. Все идеально. Идеально. Так, следующий заказ. Томатный суп. Сейчас я таймер включу. Мне сказали купить таймер. Здесь можно купить таймер. О, пивасик можно купить. Так, ладно. Таймер. Сейчас ставим пластиковые миски всякие. Что-то... да подожди ты. Таймер есть у вас тут? Таймер. Книга рецептов. Орудие хаоса, что? Таймер. Ну хотя бы один надо взять. Так, суп. Вылили. Налейте около 700 километров куриного бульона. 700 километров куриного бульона. Около. Да ты можешь не перегораживать своими надписями-то, баклажан? Ну, чуть больше. Ничего, написано около. Так, а могу я рецепт почитать? Без вот этих ваших подсказок. Курин будет соль 12 граммов. Соль, и это есть у меня. 12 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вообще куриный бульон, наверное, он сам по себе и так солененький. Черный перец 12 граммов. Не взял, взял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и 12. Готово. Молотый кайенский перец 6 грамм. Молотый кайенский. А это типа острый, видимо. Короче, красный перец. 6 грамм всего лишь. 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Так. Помидор 960 грамм. Нифига себе. Прям туда просто не разрезая, просто вот запихать и все, да? На этом мы с кастрюли пойдем. 960 грамм. Считаем. Помидор 120. Это 8 помидоринок. Правильно? 8 помидорок. А раз. А два. А три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
А, готов. Так, один репчатый лук. Лук, запрыгивай. Ой. А, поставьте кастрюлю на плиту. Поставил кастрюлю на плиту. Кипятить нужно 60 секунд. Так, да уже поздно. Или нет? Уже меньше. Ну, мы секунд 5 отнимем, и нормально будет. Оружие хаоса для чего интересно, я тут понятия не имею, на самом деле. Помидорки. А вот по какому критерию смотреть? Чтобы помидор и лук сварились, или чтобы куриный бульон закипел? Сейчас мы примерно по таймеру поймем, я думаю. Пока лопаточку повешу на место. Я так подозреваю, когда помидор и лук сварились. Тогда типа готово. Да, да, так и есть. Угу. Так, не динделонкой. Все. Так, смотрим. Измельчить до однородной массы. Добавьте ингредиенты сметаны. Сначала измельчаем до однородной массы. Вот этой штуковиной, насколько мне понимаю. Как, чё? Всё, смешалось? Судя по всему, да. Почему сюда нельзя вешать? Ну это же, ну оно как-то валяется некрасиво, ни там, ни сям. Мне не нравится. 150 миллилитров сметаны, да, я бегу уже. 150 миллилитров сметаны. 150 миллилитров сметаны. Есть такое дело. Так, глубокая тарелка простоты. Чем тарелки вниз? Возьмите кастрюлю, направьте на миску, нажмите кнопочку. Так, я что, по-вашему, дурачок? Я что, по-вашему, идиот? Сейчас буду еще, ага, кастрюлю перехиливать. Сколько надо налить? Сколько надо? Налейте X миллилитров жидкости в глубокую тарелку. Подавайте горячим. Две поварёшечки, нормально, я считаю. Две поварёшечки. Одна, две, пожалуйста. Вот так вот. Все. А, вот там, налейте смесь 300 миллилитров. Да я налил уже, алё. Ой, тупая игра. Я переиграл игру. Сделаю вид, что налил. На самом деле, не налью. Почему нельзя быть умнее, чем игра? Все готово. Кушайте. Идеально. Томатный супчик. Пальчики оближешь. Пальчики оближешь. Какая разница? Вот я поваряшку купил. Я же умнее, получается, чем игра. Так, да, отлично. Вот ты только мешаешь. Возьмите продукт форель 200 грамм. Приперчите, присолите. Помним такое? Помним, делали. Возьмите форель 300 грамм. Приперчите, присолите. Перец, тимьян, укроп. Укроп, тимьян, перец. А раз, а два, а три, а три, а четыре, а пять. Перец, тимьян, укроп. А раз, а два, а три. Опять три. Три, четыре, опять. Тимьян. Так, короче.
Я буду делать тогда вот так вот, раз оно нечестно куда-то сыпется. Оп, все, 5. Оно 4 засчитало, ты серьезно? Я 5 грамм сыпанул. Так, поместить на прод, поставить в духовку 90 сек. Это легко. Вот это с собой возьмем. Сейчас... Ой, что случилось? Что уже... Кто так починил мне духовку? Она нифига не работает. Берем. 90 сек, да? 90 сек. Установить таймер на 90 сек. Это что у нас? Минут 30. Устанавливаем таймер, ставим, включаем, закрываем. Далее. Порежьте ингредиент лимон 80 гран. Гран. На по четверть, по 20. Переложить на тарелку. Лимон. Я хочу из холодильника. Холодненький лимончик. Нормально. Поровну сейчас будем резать. Так, сначала, потом shift нажимаем. Раз, два, три. Краста. Я думаю, там как раз по 40 грамм. Тарелочку простоты берем. Тарелочку простоты. Все это... Нет, вот так. Оп. Красота. Так, переложите на тарелку 90 секунд, и потом свежие петрушечки нарвем, и готово. А я могу ее сразу нарвать? Не, ну некрасиво будет. Привет, отедало. Скрипт на шаге, а не на итог. Ну да, вот да. Если бы лимон 80 грамм, надо было порезать на четверть по 30 грамм. Ну да, было бы сложнее. Она там нормальная. Так, да все. Да все. Ну чуть-чуть. И раз, и два. Хватит. Чё, блядь? Я уж думал, сломалась рука или чё. Ставим. Берем. Кладем. Чё там приправа? Сушеный хрен. Сушеный хрем. Хрем. Сушеный, очень сушеный хрем. 5 граммульчик. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Один вот постоянно, по-любому. Вот один мимо куда-то сыпется. И 6 грамм петрушки. 6 грамм петрушки. Это 3 штучки. Раз, два, три. 3. Кушать под на. Пожалуйста. Ваша форель. Кушайте лимоном. Не подавитесь. Yeah! Однозвездочный одна звезда этого. Мишляйна. Есть у нас. Получается. Вы быстро освоились с основами, и какой у нас план, спрашиваете вы? Что ж, я хочу, чтобы это место прошло через тернии к 5 звездам. И как нам это сделать? Ну, вообще-то не нам, а вам. Каждое поданное вами блюдо влияет на наш уровень славы. Справляйтесь хорошо, уровень растет, на портачке он падает. То есть, короче, ага. Звезды набираю я, а наш уровень растет. Понятно, ясно, угу. Нужно привлечь достаточно ресторанного критика. Это ваше первое задание. Поднимите наш уровень хотя бы до 30. Готово. Че? Наберите не менее 4 заказ критика. Впечатляет, вы выполнили норм по уровню слава. Продолжайте в том же духе. К конца дня мы точно привлечем ресторанного критика. Угу. Лучше, конечно, набрать больше нормы, чтобы не нервничать. Угу. Ура, у вас получились. Ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра. Впечатлите его, и нам гарантирована звезда славы. Когда критик придет, сосредоточьтесь на его заказе. Наберите не менее 4 звезд, чтобы сдать ему экзамен. Хорошо, окей. Завтра к нам заглянет ресторанный критик, произведение впечатления, и нас узнаете. Угу, ага. Все? Подожди, я там не прибрался, ничего, там же... А чё? Алло? Я хотел поубираться, я там супа поналивал. Вообще, суп там... Кастрюля, надо было или вылить ее, или что-то в холодильник убрать хотя бы, он же прокиснет.
томатный. Со сметаной-то он же прокиснет и вообще, и все. Ладно. Так, навыки можно, конечно, взять и вкачать замедленное остывание 4x сразу. И у меня просто вообще всегда блюда будут горяченькие. Всегда. Всегда горяченькие блюда хочу. Рецептик выбираем. Борщец. Или свинина на кости с печеным картофелем. Блин, я вот свинину... Вот обожаю вот этот антрикотик. С печеной картошечкой. Ну, картошечка пофигу. Вот главное антрикотик. Антрикотик прям. Еще с каким-нибудь вот чили-перчиком или там вот, вот чем-нибудь остреньким. У меня аж слюни потекли. Давай вот это хочу. Для этого рецепта нужны новые ингредиенты. Поищите их в магазине или кладовой. Да без проблем, найду где-нибудь что-то. Свинина на кости теперь есть в магазине. Сегодня у вас есть возможность похвастаться кулинарным... Ну, ага, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бла-бла-бла. Я тут намусорил маленечко. Так, борщ скис уже, точнее суп томатный. Можно вылить спокойно и не переживать. Губка, что? На этой кухне нет губки, серьезно? Пошли купим губку, значит. Я еще, знаете, что думаю? Поварежечку на 150 мл прикуплю себе. Ой, а у меня денег нифига нету. Ну, на губку-то хватит. Два. Ой, слава богу. Сейчас я вытру маленечко. А как убирать? Вымыть. Надо кухню в чистоте держать. На-на-на. Ой, полы можно и... Удобно, удобно. Все. Чистенько. Готово. Так, швабру сейчас быстро... Швабра. Быстро, швабра, быстро. Скоро рабочий день начнется, надо подготовить. Что, в грязи должен тут... Работать. О, красота есть. Че, время есть еще, да? Вроде надо красиво расставить. Не люблю, когда бардак. В игре. Так, ну хочу вот сюда положить. Ну ладно, пускай тоже там лежит. Работает. Что-то еще потыкать можно. Ладно, противень. Точит противень на место. Ну поехали, поехали. Мой первый день без обучения, без всяких. Тихо, подожди, там что-то понаписала сам стайл. Каждый день перед открытием будет временно прибраться и подготовиться. Нифига, вчерашний суп еще на 2 дня раздавал просто. Блин, ну... Ну ладно. Свинина на кости с печеным картофелем. Как? Берем свинину на кости 200 грамм. Вот это она. Свинина на кости 200 грамм. Что с ней делать? А, соль 4 грамма. Черный перец 4 грамма. Соль 4 грана. Ма. Грана ма. Раз, два... 3, 4. Черный перец 4 грамма. Раз, два, три, четыре. 4. Сушеный тимьян 6 грамм. Сушеный тимьян 6 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6. Не понять, куда улетучивается 1 грамм. Добавьте на ту же сковороду ингредиент подсолнечное масло 30... На какую на ту же? На какую на ту же? Все, выкинул я масло. Она пустая? На ту же. 30 миллилитров.
И стоп! Нет. Еще чуть-чуть. 30 миллилитров. Четко, четко. Идеальный сейчас будет стейк. Или не стейк, как он, свинин на кости. Обжарьте в течение 90 секунд. С каждой стороны переложите на тарелку, подавайте горячую. Так, 90 секунд, да? Сюда. С каждой стороны. 90 секунд, это полторы минуты. Полторы минуты. Установить таймер. Да. Возьмите продукт картофель 300 грамм, порежьте на крупные куски по 50 грамм. Ага, переместите на противень, поставьте в духовку. Что-то сложно. Это сложный какой-то этот. Ладно, картофель. И посолить его, да? 300 грамм. Каждый картофель, ну, 6 грамм посолить. 300 грамм. Это что? Это сколько? Пару картофелин? Я так предполагаю. Раз. А два. Солим по 6 грамм. Солим, кажу, картофелинку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз. А! Так, а подожди, оно что, считается 1 грамм 5? 5, значит тебя еще надо посолить. Все, 6 грамм. Теперь твоя очередь. То как-то оно неправильно считает. 4, 5, 6. Все, что, нарезать надо. Нарезать это все дело надо. Ну, сейчас, секундочку, надо перевернуть для начала. Сейчас перевернем. Привет, Нирканчик. Здорово, 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 здорово. Хопа. Готов. Так, установить таймер. Ну, уже чуть поменьше. Конечно, минут 30 ставим, может было поменьше. Наверное. Минута 20, наверное. Так, ты куда побежала? Ты тут? Нормально все? Ага. Че, по 50 грамм? На 3 куска получается, да, приблизительно? Есть такое дело. Есть такое дело. Опция, переместите на противень, поставьте в духовку на 8 секунд. Ну, запихивайся. Туйся! Молодец. Короче, тут отключить, я тут так прослежу. А чё, на 8 секунд. 8 секунд это минута 20, правильно? Пять секунд добавим. Тут-то можно и так последить, а за картофелем через стекло не последишь. Поэтому туда я таймер перевел. А потом что? Переложите в тарелку, подавайте горячим. Переложите в тарелку, подавайте горячим. Тарелку простоты сразу берем. Я думаю, достаточно. Ну, тут остается ждать. Единственное, хорошо, что мы изучили навык. Изучили навык. Что у нас не остывает до 4 раз. Конечно, я как-то не подрасчитал. Но мне кажется, это самый главный навык. Вот, типа... Крылышки в соус. Мне теперь интересно приготовить крылышки в соус. Десять секунд. Чё там я... Я раньше таймер поставил же, да? То есть он начнет звенеть, мы его успеем выключить. И она... О, как раз. Красота! Собираем все это дело, накладываем и несем горяченькое. Самое, что ни на есть, наивкуснейшее.
антрикотик с печеной картошечкой. Муа. Что со вкусом? Что не так со вкусом? В смысле? Ну ладно, там я что-то с солью накосячил. Я не понял, как ее слить. Ну, 6 грамм я на каждую картофелину 6 грамм. Может, это на 2 имелось в виду картофелины на 6 грамм? Может, это, короче, надо было по 3 грамма на картофелинку на одну. 6 грамм в общем, наверное. Вот я теперь так подозреваю. Ресторанный критинг в ресторане. Скоро пойду брать у него заказ. Новый заказ. О, вон, со звездочкой. Изи, ты чё, бро? Я даже почти наугад помню это. Ну, не наугад, а на память, в смысле. На память, конечно же. Так, подожди, форель, полежи. Сейчас выкину, тут что-то на доске грязно. Сейчас мы все подготовим, пюре вот это вот. Время идет, да? Подожди. Тут чисто у нас, все чистенько. Ага, перец, тимьян, укроп по 5. Перец, тимьян, укроп по 5. По 5 перец. Это тимьян. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Тимьян, перец. Раз, два, три, четыре, четыре, пять на хвостик. А есть. И укроп. Так, хватит пикать там. Чё там? Раз, два, три, четыре, четыре, пять. А готово. 90 секунд на противень. 90 секунд на противень. Ставим 90 секунд и на противень. А, нет. Вот так. Установить. 90 секунд на противень. Лимончик. По четверти. Ладно, возьмем отсюда лимончик. Что-то он не взялся. Он застрял. О, вытащил. Значит, и лимончик. На четверть по 20 грамм. На 4 кусочка. Готово. Украшение, свежая петрушка. Ну все, нам чисто подождать. Здравствуй, Саша, красив. Ты, как всегда, неотразимый красив. Cooking stream. Никогда? Я не умею готовить. Я умею готовить только в кукинг-симуляторах только. Приносите свои извинения. Ваше блюдо задерживается. У повара лимон в текстурах застрял. Все там нормально. Нож хоть бы протер после лимона перед тем, как в подставку свой. Я помою. Все нормально. Он чист. И 7 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и готово. Что-то она как будто там поджарилась чересчур. Все, не извини. Форель. Готов, форель. Так, тарелка простоты. Тарелка простоты берем. Форель кладем. На краешек аж получилось. Красиво будет. Лимончик берем, кладем. Петрушечку. Раз, два, три. Красота. Давай, критик, ставь свои оценки. Я жду. Что? Писюлька-то не хватило. Чё по вкусу? Писюльки тебе не хватило-то? Идеально. Что? Почему? И эта рожа такая выглядывает, типа... Хрен. Точняк, хрен забыл. Да ладно, ладно, свинья не везде. Все, да, хрен забыл. Там надо было похреначить еще.
Маленько не дохреначил я. Ну ладно, чё, звездочку заработали. Теперь у нас есть новый уровень славы. Да. Критик одобрил мое блюдо. А молодцы мы. Классно. Про 1.31 цент и нынешний курс, да, смешно. Так, томатный соус, суп-пюре. Курин бульон. Это надо, наверное, новый, да, купить? Тут не хватит. Курин бульон. Выливаем все, что есть. Где мусорка-то у меня? Так, а в этих ваших холодильниках у меня нету тут бульонов, да? Это что, через коробку покупать бульоны нужно? Жидкости. Куриный бульон купить. 700 миллилитров. А тут считать надо, я не могу. 422. 400... Я переборщил. 412 надо. Ну, в любом случае, переборщил сейчас. А куда ты? А как вылить? 50 миллилитриков мне вылить. И 5 миллилитриков долить. Надо, чтобы все было идеально. Да где ты там? Ладно, ладно, 702, достаточно. Соль 12, перец 12, кенийский 6. Соль 12, перец 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Перец 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Отлично. И 6 красненького. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Готово. Вкуснота. Привет, абракадабра. Томатным супом. Да не, я... Какой кукинг-стрим? Ты чё, у меня вся кухня тут будет в помидорах тогда. Помидор 960 грамм, репчатый лук 120. 960... Ты что такое на полу валяется? Звезда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, лук. Ничего страшного, прокипятится, все нормально будет. 960-120. А готово, варить 60 секунд. И потом до однородной массы и сметанка. Таймер установлен 60 секунд, это у нас целая минута. Поехали, варимся. А че, почему, зачем вы ее на пол поставили? Может, ну сюда типа. Однозвездочный. Так, 150 сметаны, x миллилитров жизни в глубокую тарелку. Так, глубокая тарелка простоты. Просто так, не проста, не прост. Ну, в общем, все понятно. Так, поварежечка нам понадобится. 300 миллиграмм, я помню, суп 300 миллиграмм. Все легко. Помидор лук зачем резать? Оно все там распарится, разварится, потом блендером. И готово. Ну почти четко. Не пилинкой. Блендер берем. Готово. Готово. 150 миллилитров сметанки, да? 98 у нас есть. 98 есть. И
Еще 52. Ха-ха-ха. 52. 36 плюс 4, 40, 12 осталось. Идеально просто. Просто идеально. 150-миллиметровая поваренька. Хоп. Хей. Хоп. Хей. Чпонька. И аккуратненько понесли. 300 миллилитров чудесного красного томатного супа. Пожалуйста. 5 из 5. Я хорош. Стрим с танцующими принцессами? Ты у Сани спрашиваешь? Надеюсь. Пикс, готово! Готово, что-то надо струсить ерунду всякую. Новый заказ! Новый заказ! Новый заказ! Понятно, суп! Ладно, вдруг еще будет суп. Сегодня. Так, поехали. Свинина на косточках. 200 грамм. Берем. Свинина на косточке. 200 грамм. Что там? 4 соли, 4 перца, 6 тимьяна. 4... 6 тимьяна. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тимьяна. 6 тимьяна же. 6 тимьяна... 4 перца. Раз, два, три, 4. 4. Есть 4 соли. Раз, два, три, 4. 4 соли есть. Замечательно. Добавьте на ту же сковороду вороду. Сковороду вороду вороду. 30 миллилитров. 30 миллилитриков. Готово. И чего там? Жарите. Жарьте. Жарьте. Берем и жарим. Лопатка есть. Я тут таймер не буду ставить. Тут, в принципе, этот видно. Прогресс. Нам на картошку понадобится прогресс. Так. Противень здесь. Две картошечки берем, значит. Сейчас скинем соль отсюда. Не нужно. Раз, два, две картошечки. Так, вот сейчас с солью надо не перепутать. Видимо, на каждую по три сольки. По три сольки нужно. Раз, два, три. Ну и на эту. Раз, два, три. Так, разрезать на... Что там, каждая по три куска? По 50 грамм. Ну да, по три куска получается. Для такой фигни надо, наверное, себе вторую доску купить. Противень ничем смазывать не надо. Переместите на противень, поставьте в духовку 8 секунд. Переместите в духовку на противень. Противень в духовку на сколько-то секунд. Так, что там? На 80 секунд. Сейчас переверну. Вот такой рецепт я тебе дала. Вот такой рецепт. Хоп. Ничего не поделать. Так, 80 секунд. Установить таймер 8 секунд. Это 20. Это минута 20. Готов. Включаем, закрываем. Ждем, пока дожарится. Че там, переложите на тарелку, подавайте горячим. Переложите на тарелку, подавайте горячим. Тут никаких хренов не надо, да, сыпать. Тут просто все изички. Изички-пизички. Замечательно, замечательно. Суп бы попросили у меня еще раз томатный. У меня, в принципе, он есть. Он даже, наверное, не остыл.
90 секунд. По идее, картошка быстрее должна сготовиться, чем это. Убивает от свинца грубоброда. Что за звук пропал? Так, в чатике там не материмся, пожалуйста. А тут какая-то подсказка, типа, видимо, на сковородке надо готовить или что это? Или пофиг. А! Так, ладно, бег нужно прокачивать все-таки. Я сейчас не успел. В одно время все практически приготовилось. Тарелочку берем. Картошечку кладем. Картошечку берем. Свининку кладем. Все понесли, готово. Принимайте заказ. Кушать подано. Вроде ничего. Ну, сейчас я не должен был с солью насолить. Да. Чики-брики. Жалоб? Чё? В смысле? Плохая техника? Ну да, ладно, там нарезал, конечно, не идеально. Здесь согласен. Сегодня мы больше не берем заказы, доделайте начатое и готовьтесь к завтрашнему дню. Так, доска целая, суп надо убрать в холодильник. Можно тут убирать суп в холодильник? Я знаю, как убрать. Я убрал суп на пол. Нормально. Не можешь убрать суп в холодильник, убери его на пол. Класс. Просто идеально. Я расстроен. Масло в мусорку вылил. Все, сковорода чистая. Суп на пол. Все чистое. А можно разбавить еще водой. Противень чистый, как будто бы. Убрал суп под холодильник. Как воду оценки за технику, ну типа того. Все на пол убираю, довольно удобно. У тебя 3 посетителя за день в ресторане было, да? Да, у нас вот такой вот ресторан. Так, я думаю, достаточно. Я все облил. А как это вылить теперь? Пойду выли воду в мусорку. Идеально, нормально. Так, чё, вот это протереть как-то, нет? Ой, водой забрызгал, надо помыть, серьезно? Серьезно, раковину внутри помыть от воды? Вы чё, прикалываете, что ли? Я туда не достаю, алё. А как я... Господи. Ой, какая-то непродуманная игра, вообще нереалистично. Вообще нереалистично. Ну, типа, я там помыл, все. Довольны. Из чего она сделана? Зумника просто сокращен день. Так, ну вроде все. Вроде все. Не нравится, что. Блендер никуда нельзя убрать. Ну, повеш, что у него? Крючка не придумали никакого.
А, правда, автоматические резчики есть. И чё, он чётко порежет? Ну-ка. Картошечку сейчас купим, просто проверить. Ну так это он на больше частей порезал, конечно. Это для каких-нибудь чипсов или типа того пускай стоит. Пригодится еще. Комбайн. Кажется, это больше. Ну да, там чуть-чуть. Побольше. Он режет настолько, сколько в текущем заказе написано. Серьезно? Расходы 129, доходы 113, чаевые 35. Итого я заработался сегодня 19 центов, между прочим. Так, выбираем перки. Да я вообще жесткий. Не бьющиеся бутылки, прихватки, тарелки, Верните деньги за заказ, чтобы сберечь очки славы. Длинные руки. Вы можете дотянуться дальше, когда берете или кладете предмет. Узнавайте температуру ингредиентов в закрытой духовке. Вот это интересно. Ресторанный критик будет менее требовательным на экзамене. Неплохо. Время замедляется при нарезке ингредиентов. Зачем? Два ежедневных задания вместо одного. Раз в день добавьте одну минуту ко всем активным заказам. Перемотка раз в день. Сбросить таймер активного заказа. Смените заказ на другой случай. Проверьте оценку блюда перед подачей гостю. А я не знаю, мне ничего не надо. Я и так справляюсь. Так даже интереснее вроде. Это какие-то... Ну, вот эту оценку. Так, значит, время остывания я изучил. Я теперь думаю, надо замедленное сгорание изучить, чтобы блюда на всякий случай не подгорали. Либо давайте еще посмотрим, что надо подходить грамотно. Время подачи блюд можно увеличить, тоже неплохо. Подготовительная фаза, да и особо готовиться там не к чему. Доп. Время подачи блюд. Подождите, доп. Время подачи блюд и время подачи блюд. В чем разница? Типа еще плюсом? Окей. Фаза уборки нафиг не нужна. Там все на пол смел, да этой шваброй подмел. Замедленное сгорание бери на Elden Ring, пригодится, это точно. Так, терпимость ко вкусу. Ожидания дёрперов и гурманов снижены. Дёрперы, это кто? Утварь ремонтируется, посетители оставляют. Больше чаевых, специи дешевле, ремонт утвари дешевле. Покупка улучшения рецептов дешевле. Продукты на дешевле, жидкости дешевле. Получайте очков славы больше. Подавайте блюда на 4 звезды и выше подряд. И получайте слово больше. Опыта за звезды больше. Кухонный декор дешевле. Награды за ежедневные задания больше. За поданные блюда начисляются 10 очков. Гости платят больше за заказы вне зависимости от оценки. Так, я бы, наверное, взял все-таки пригорание, пока что изучил. Даже два раза, потом еще разочек изучил. Чтобы вообще можно было на целый день курицу какую-нибудь оставил. Она там жарится, парится, варится и вообще пофигу. Креветочки, это вкусно, борщ. И стейк тунца на гриле. Я креветки хочу. Я хочу креветки.
Креветки вкусные. Я люблю креветки, кстати. Борщ, конечно, это прям классика жанра, но я, честно говоря, борщ не сильно люблю. Хотя, если он с мясом, тогда еще норм. Креветки хочу. Для этого рецепта нужны новые ингредиенты. Поищите в магазине или кладовой. Да, найдем. Так, закончить день с большим количеством славы, чем начали. Топленое масло теперь используется в наших блюдах. Ну здорово, классно, и чё? Где я тебе его найду? Вон, креветочки появились. Замечательно. А топленое масло-то где найти? Почему у меня нет огнетушителя? Так, телефон только ремонтирует. Может, какое радио сейчас выберу? Так, меня потом на Ютубе заблокируют. Да, я в принципе готов, наверное. Чё мне тут? Я вчера вечером все прибрался, все помыл, все убрал. Давай пропустить подготовительную фразу. Несите заказ. Новый заказ креветочки. Давай, топленого добавьте на сковороду в руду. Топленое масло 30 мл, соль, черный перец, креветки. Ой. Итак, на сковороду 120 креветок. Это сколько? Так, стоп, а я не понял. Топленое масло и потом соль. Топленое. Где брать топленое масло? Это жидкости, наверное. Да, топленое масло. 30 миллилитров. Потом туда 10 миллилитров. Так, криво стоит, все нафиг выльется. 30 миллилитров. И готов. Ну, чуть на граммульку больше, ничего страшного. Топленое масло. Запомнили, есть у нас такая ерунда теперь. Кстати, сметана что там делает? Че, холодильник не закрыл? 10 грамм соли, да? 10 грамм соли, 10 грамм черного перца. Легко. 10. Хоп. Черный перец. Черный перец. Черный перец. Что ж ты сыплешь мне на соль? Ну, вообще логично все. 120 креветок грамм. 120 грамм креветок. Надо сковороду не ушатать. Так, 2, 6 штук. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вроде все верно. 50 секунд жарьте и все. И лимончик на 4 части порежьте. И потом петрушечкой украшьте. Вот так вот жарится. Лимончик на 4 части, значит, промазал. Поклал. Порезал. А раз. А два. А три. Почти ровные кусочки. 19, 20, 22, 19. Ну, чуть-чуть на косячок. А, тарелочку бери. А что-то еще? На четверти. Так, маленечко осталось. Тарелочку можем подготовить. Ой-ой-ой, горим. Лимошка упала. И креветочки набираем, складируем. Вкуснотища. Слюнки-то так и текут. Свежий петруска. Петруска 6 грамм. Свежая петруска. Раз, два, три.
Готово. Приятного аппетита. Проверим блюдо. На всякий случай. Анализ блюда. Подать. Да пол чистый, все нормально, конечно, естественно. Жалоб никаких. Чё? Я что-то забыл долить. Отсутствует продукт смесь. А что там, подожди, надо было чем-то полить или что? Гость доволен, то понятно. Чё я, что я... Чё там в рецепте, алё? Переложите в глубокую тарелку. В глубокую. Подавайте горячим. Переложите на тарелку. 6 свежую петрушку. Почему? Топлёное масло тоже надо было вылить, что ли? На него? В него? Куда? Надо было вылить топлёное масло? Чешо. Не понимаю. Почему глубокое? Зачем? Ну, видимо, да, надо было в топленом масле. Да зачем? Оно жирное и невкусное будет с топленым маслом, алё. Топленое масло я вылью в мусорку. Чтобы ему завидно было. Тикс, новый заказ, томатный супчик. Легко. 700 миллилитров. 530 есть, остается 170. Если мои математические навыки меня не подводят. Да блин, а где? Почему из коробки нужно доставать бульон? Бульон. 170 же, правильно? Игра для математиков. 170. Готово. 5 миллилитров сейчас. Давай, чуть-чуть. Давай! Давай! Много! Ладно. Не суть. Соль 12, перец 12, красный 6. А красный 6 давай насыплем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Готово. Соль 12 делаем. Смотри, как делаем четко. Раз. Раз, два. Четко. Перчик точно так же. Раз. Раз, два. Четко. Как в армии. Практически. Ну, не знаю, ни разу там не был, но мне кажется, там так тоже, ну, все четко, наверное. Может быть, не знаю, не хочу туда. И вообще думать об этом не хочу. Помидор, лук. Лук, это мой помидор. I'm from England, if you don't understand. 8 штук. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Лук, лук. Look at my horse. My horse is amazing. Готов, да чё, просто перемешиваем, потом сметанку добавляем, все замечательно. Но сколько надо там варить-то? 60 секунд, возьмем даже тик-так. Как правильно тик-так называется? Будильник, будильник возьмем. И что-то не то вкус. Ой, а тут еще духовка есть. Нифига тут духовка есть. А еще что тут есть? Так, сметан 150 надо будет, их есть у меня как раз достаточно. Все, один рецептик, да? Пока вроде легко, разделочная доска чистенькая, все хорошо. Что сделать с молоком, если оно скоро пропадет? Я думаю, можно развести муки вместе с молочком, там яички, шмеички. Что-то там вот как-то мама, я помню, делала, и блинчиков можно испечь. Кого я не помыл? Так, все там, все помыто там.
накатал. Цыц. Не в ту сторону. Я старался. Просто очень вкусный суп будет. Не падать духом. Да ты сейчас на пол упадешь, ляг нормально. Сметаночка 150 миллиграмм литров. Миллилитров. 150. И... оп, 4. Еще надо 4 граммульки. Миллилитрульки. Много. Ну ничего страшного, ничего страшного. Так вкуснее. Так, не то. Глубокая тарелка простоты. На гриль. Что, нельзя поставить на гриль? Гриль Девальд. Поварёшечка. Хоп. Вот, кстати, длинные руки, наверное, можно навык взять, чтобы удобно было наливать супцы всякие. Я на самом деле и сюда бы сверху еще петрушки посыпал. Я вообще люблю, когда на блюде есть петрушка. То есть вообще во все блюда нужно сыпать сверху петрушку. На мой взгляд. Все готово, подаем. Так, все, идеально. Четко. До свидания. Приятного аппетита. Приходите еще. У меня есть суп. Сковорода чистая. Все нормально. Следующий заказ, давай, поехали! Новый заказ, петрушка лосося с вареной картошкой. Возьмите продукт филе лосося, приправа соль, перец 5 грамм, сковорода, подсолнечное масло 10 миллилитров. Подсолнечное масло 10 миллилитров, сейчас сразу плюхну просто. 6, 8, 9, 1. Вроде все четко. Филе лосося. Филе лосося это оно. 5 соли, 5 черного перца, в смысле. 5 соли. Раз, два, три, четыре. 5 соли. 5 черного перчика. Раз, два, три, четыре, 5 перчика. Суем по 60 секунд с каждой стороны. Там масло подсолнечное есть уже? Говорят, надо сначала включать, чтобы оно прогрелось. Так, полежи пока здесь. Установить таймер на минутку. Слушай, а может правда? Подожди, отбой. Может надо правда пока подогреть, ну чтобы оно прогрелось хорошо. Так, и картошечка. Картошечка вареная. Вареная картошечка. А я могу вот в этой кастрюле сварить? Но она, подумаешь, с супом всего лишь навсего. Видимо, нет. Вода литр, соль 20, картофель 300. Это две картофельные. Че, масло разогрелось? Нет, еще ждем. Сейчас маслица разогреется. Как набрать тут литр воды-то? Сложно. Чё? Ну, в смысле новый заказ? Я еще этот не закончил, алё. А, у меня есть. Там суп, да? У меня есть суп. Сейчас будет, подождите секундочку. Сейчас я вам плюхну супчика. Сейчас я его даже маленечко подогрею на всякий случай. Это я его грею или нет? Это как считается? Я думаю, это я его как будто бы грею. Там же подсолнечное масло уже все. Так, две картофельные, 20 грамм соли, 20 грамм соли, 20 грамм соли мы это. Раз, два.
И две картофелины сейчас будут. Сейчас я супчик подогрею маленечко. Еще картофелины сюда. Сюда картофелину два штуки вареных будут. Опа. Варите 2 минуты. Хорошо, не проблема. Че, нагрелась суп? Суп, ты нагрелась? Я думаю, нагрелась. Но вряд ли он сгорит. И на место повесили. Че там? Лосось, подожди. Оп. Красота. Супчик. Подаем. Томатный, вкусный, сладкий, с петрушкой. Нет, без петрушки. Суп готово. Идеально. Жалобы гостей? Идеально. Идеальные жалобы гостей. Филе готовится, суп тепленький, картошечка готова. Еще томатного супчика? Ну вы меня просто радуете. Я только и делаю, что тарелочки покупаю. Замечательно, такая работа мне по нраву. Хорошо, что у меня много супа. Раз. Так, еще есть время. А два. Понесли следующий супец. Пожалуйста, томатный супчик готов. Просто денежки, мани. Так и сыплются в кармане. Наверное, так говорят. 2 минуты картофель еще не пожарился. Филе лосося чуть-чуть осталось. Суп выключен. Новый заказ. А вот это сложно уже. Алло, что там? Хватит беситься, коты. Так, стоп, я еще этот не доделал. 5 секунд. Тут чуть-чуть осталось. Картошечку сейчас доварим. С ней еще что-то надо делать. Приложите на ту же тарелку, подавайте горячим. Приложите на тарелку, подавайте горячим. Никаких всяких петрушек не надо. Замечательно, просто берем тарелку. Картошечку выключаем. Достаем. Готово, красиво, вкусно. Пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Это у нас вот это. До свидания. Приятного аппетита. Так, писюльки не хватило опять. Чё я там забыл? А чё я там забыл? Хрен опять насыпать забыл или чё? Слишком много. Я 1 грамм перелил просто одну граммульку. Алё. Там нормально было всё. Так, продолжаем. Стейк лосось, вот это сложно. Тут главное не накосячить. Пюре. Выливаем это пюре. Стейк лосося из свинины на кости. Так, стоп. Все, сыпали в мусорку. Тут лишняя соль, перец. Соль 4, перец 4, тимьян 6. Соль 4, перец 4. Это кто я? Кого? Перец 4. Раз, два, три, 4. 4, я сказал. Соль. Так, тихо, закрыли тут на 10 просто. Раз, два, три, 4. 4. 4. Тимьян. Или нет, кто? Тимьян, сушеный. У вас сушеный тимьян? Только точно, чтобы сушеный был. Раз, два, три, 4. Да 4, ёшкин кот! Кривая управление или не управление. Игра какая-то кривая. Добавьте на ту же сковороду ингредиент. Подсолнечное масло 30. Свинина 30. Свинина тоже 30, да? Хорошо. Подсолнечное масло 30. Давай 30. Так, тут привереды всякие у нас сидят. Прям. 1 граммульку на... Так, если вы опять мне скажете про
Много масла? Тихо, я только сейчас увидел, тимьяна-то больше, тимьяна 6 надо, алёсики. Алёсики, вы чё? Раз, два, всё, готово, красота, красотища. Прям руками берём и со всей силы шмяк. А, суп из картошки нам не нужен, выливаем. Там какой, там запеченная, да, картофель будет? Угу. 1,5 минуты. А с обеих сторон? С каждой стороны 1,5 минуты. Жарим, парим, варим. Та-та-та-та-та. Картошки, картошка, картошка. Картошечка. Две картошечки. Две. Раз, два. Два картошечки. Кладем, ставим, ставим, кладем. Так, солька. По три сольки. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Угу. И режем на равные части. На три равные части. Ой, я что-то нажал и не понял. Ага. Все готово, четко. Противень, ой, тихо, тихо, там что, как, свинина на кости, нормально. Противень берем. Картоплю, я сейчас сложу ее. Свининку переверну и продолжу. С картошечкой. Ой, что-то долго. Так, картошку сколько там надо будет варить, парить, жарить, печь? 90-80 секунд. Хорошо. Все нормально. Оп. А тут я, кстати, масло не разогрел. Ничего страшного. Так, 80 секунд. 80 секунд. 80 секунд. Это получается минута 20. Устанавливаем, ставим, включаем. Готово. Поехали дальше. Свинина на кости, картофель. Хрен там никуда не надо. А то я опять с хреном сейчас накосячу. Ну, вроде все. Больше заказиков нету. Все четенько. Уже пофиг на специи там по маслу никак не... Да может тут нормально, может проканает с маслом. А, что он Long Island? Он лучше украинского борща в стакане. И там в эту игру играют? Это очень сексистская шутка. Так, 26 секунд, тут чуть-чуть готовится. Супчик, ну неплохо, супчика напродавали, это хорошо, мне нравится. Так, кастрюлька пустая, ее сюда поставим, чтобы не мешалось. Восемь секунд, а тут что? Тут почти готово, не почти, а готово. Ага. Ага, все замечательно, все готово. Берем тарелку просто-напросто и накладываем. Одну забыли, картошечку. И мяско. Так, точно, что там? С каждой стороны переложите на тарелку, переложите все. Ну, вроде... Вроде все. Вроде все готово. Подать. Подать. Идеально, идеально. То есть на 1 миллилитр не страшно, если я масло перелил на 1 миллилитр. Идеально все равно. Окей. Окей. На сегодня это последний заказ. Когда закончите, подготовьте все на завтра. Хорошо. Ну, суп, я не знаю, что вылетел или что с ним сделать-то. Ну, завтра не свежий будет. Ну, да пофигу. Так, тут что, соус какой-то, да? Надо его вылить. Я вылил, не понял сейчас.
теперь вылил. А теперь сковорода чиста. Отряхнем отсюда тоже. Суп вылит. Да, ну чуть-чуть насвинячил, конечно. Ну, это кухня, это нормально. Тем более, я что тут, третий день только работаю. И удивительно, что я еще ничего не разбил. И губочка где-то была, губочка. Да, просто положите ее туда. Да серьезно, ну, а как вы вытирать-то, вымыть его? Все, чисто, красиво. О, нифига, у меня мышка вылазит, когда я губкой елозю. То есть, если так, то ничего не вылазит. А когда губкой елозишь, вылазит за эту. Да это я только в игре хозяйственной. Кстати, блин, это что? Это грязно? Нормально. Так, далее до себя уборешься и домой отдыхать. Сам поешь сколько дней, ничего не ел. Да зачем? Зачем? Ну я вроде, что, я все убрал. Да? Можно сковородку сюда поесть? Ой, как классно! Ладно, суп оставим. Мы как будто его в холодильник уберем. Пускай, как будто это там холодильник, если что. А что вот тут заляпано все? Так, как мыть-то? Где кнопка мыть? Блин, ну неудобно так-то. А все это теперь никак не вымыть? Может, это ржавчина? Это видимо, все ржавчина. Коррозия пошла по печке. Поломка. Жалко. Трехочковый. Аж подавился. Ну все. Закрывать. Я тут посижу. А куда? А, сюда нажимать. Ты можешь включить газ и пойти домой? Блин, ну поздно уже. Но вообще, я думаю, могу. Так, очки готовки. Я просто перевыполнил. Надо было 70 набрать. Я еще плюс 36 бахнул. Нормально. Расходы 111. Доходы 168. Чаевые 60. Ой-ой-ой-ой. Ой, это же целый доллар и 18 центов. Ну, если это центы мы считаем, то я богач, можно сказать. Практически миллиардер. А, награды, чуть-чуть дым-сюдым, навыки выбираем. Ну, и чтобы ничего не подгорало, изучаем вот этот навык до конца. Просто можно на весь день оставлять мясо жариться. Ничего с ним не случится, наверное. Ну, походу. Рецептик выбираем. Бульон из утки. О, бифштекс с косточкой на гриле с печеным красным картофелем. Так у меня обычный только. Или мне еще дополнительный картофель дадут. А это ч? Запеченный картофель с сыром фета. Вот это вот интересно выглядит. Это его ломтиками придется порезать? Фуагр? Тут нету такого. Так, я вот это хочу.
Мне кажется, это... Опа. Теперь вам известно достаточно рецептов, чтобы открыть управление меню. Посетители будут заказывать все открытые вами блюда. Режим с управлением меню. Посетители будут заказывать только выбранные вами блюда. Это решение нельзя изменить. Чтобы попробовать другой режим, начните новую игру или загрузите сохранение до принятия этого решения. Только суп. Исключительно. Исключительно томатный суп. Ну вот это звучит как-то легко. Вика, а ты что выбирала? Ты как играла? Стандарт. Ну да, вот это вроде... Ну это легко, мне кажется, будет. Ну там наверняка типа три рецепта, и вот они там чередуются. Мне теперь интересно. Привет, Ксипи. Ладно, стандартный, да, тут как-то не то. Стандартный режим. Выбираем. И знаете что? Угадайте. Блюда жареные креветки будут заказывать особенно часто. Мы указали его в меню как фирменное. Сегодня нас будут проверять. Покажите инспектору, какой прекрасный повар. И нажимаем сохранение. Так, или что? День 5. Это вот оно и есть, наверное, да? Сохранение. Ну, на всякий случай еще раз сохраним. И на сегодня закончим, так как завтра на работку, надо еще посидеть, какую-нибудь ерунду какую-нибудь поделать перед сном, успеть. Не забудьте подписаться, значит, на канал. Можете на YouTube подписаться, если там кому-то интересны записи стримов. Пока что у нас только с записями стримов канал. А в группу вступите, пожалуйста, я там вот сегодня-завтра выложу этот голосование. Проголосуем, во что мы продолжим играть. В какой из режимов? Укрытие, пицца, каки-куки или режим карьеры? Или вообще, или будет там выбор такой, значит, знаете, какой выбор будет там? Другой симулятор какой-нибудь. Вот. Что еще? Твиттеров нету больше, инстаграмов тоже не особо много осталось. Дискорд. Да, дискорд есть. И все на сегодня. Спасибо вам за стрим. Приходите обязательно еще. Любви, добра, тепла. И до встречи на следующем стриме. Инстаграм сюда, да, конечно же. Это запрещенная в России организация. Я забыл, как она, там надо правильно что-то говорить, когда упоминаешь это слово теперь. Да не суть, короче. Господи, дебилизм, ей-богу, вообще, мне вообще скоро с ума зайду. Идиотия это. Давайте что-нибудь, может, послушаем напоследок. Какую-нибудь песню. Песню напоследок. Музыку можно мне, пожалуйста? Верните. Про еду, кто знает музыку? Здравствуй, Канкро, ты практически вовремя. Мы как раз заканчиваем. Музыка про еду, музыка про еду. Ну, кроме ели мясо мужики. Да, можно и ели мясо мужики, чем нибудь. Да. Да, на первом стриме по кукинг-симулятору я ее и включал. Макаревич, макарон. Ну, не люблю Макаревич. Мне не нравится. Чё, ели мясо мужики. О. Это какая версия, нормальная? Нормальная версия. Все, всем приятного аппетита. Приходите еще. Всем пока-пока. И люблю, целую, обнимаю. До свидульки.